Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал и сегодня видео о раскрашенном за июль. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Месяц у меня был такой, знаете, я в июне думала, что у меня как-то такой тяжелый месяц, но июль будет легче. Но на самом деле оказалось, что июль был сложнее. Но так как у меня я ездила и отдохнуть, и все такое, надеюсь, что действительно август будет как-то более спокойный, размеренный, потому что я люблю все планировать, люблю, чтобы у меня там было отснято наперед, ну и так далее. Мне не нравится спешка. Ну, я думаю, что когда я войду в нормальный режим, то все будет гораздо спокойнее, и вроде бы мне пока это удается. Ну что ж, давайте приступим. Я вот как буду снимать с полки раскраски, так и буду показывать. Я даже не посчитала, сколько у меня в этом месяце получилось раскрашенных работ. Ну, в принципе, по плану у меня раскрасок 30 было, я их все задействовала, ну и плюс еще немного сверх этого. Но обычно где-то 50 чем-то, 60 чем-то. Ну, сейчас, наверное, чуть меньше. Ну, наверное, 40. Ну, посмотрим. Может быть, потом посчитаю, или вы сами посчитаете. В основном я везде раскрашиваю с Оксаной. Ну, а ссылка на канал Оксаны всегда под видео и в конечной заставке. И еще там в морских этих единорогах с Мариной, канал Марининой раскраски. Значит, здесь мы с Оксаной по порядку красим каждый месяц. Ну и в этом месяце у меня был вот такой кошак. Я раньше пробовала и одним, и другим цветом. Сейчас я чередую. Один месяц серый цвет, другой месяц рыжий. Но, может быть, я вообще выберу фломастера как-то хаотично в следующий раз. Просто для интереса, для разнообразия. Далее идет цветовой квест «Животные». Тут тоже с Оксаной. И у нас была такая вот собака. Собака, как ни странно, мне понравилась, как получилось. Особенно, если ее так издалека на нее смотреть. Обычно пиксельные работы чаще всего получаются не очень, иногда вообще непонятно как и что, но вот эта иллюстрация очень даже нормальная. Я довольна, ну, по крайней мере, не жалко было на нее фломастеров. Следующее — это цветовой квест «Города», тут мы также с Оксаной, и сейчас найду. Минутку. Вот в этом месяце раскрашивала. Ну, здесь, скажем так, не самый худший вариант, но и не самый лучший. В принципе, чем дальше смотришь, вот, тем лучше все это дело выглядит. Так, с большими вот совсем раскрасками закончили. Дальше идет Colortronic. В июле мы красили вот эту зверюгу. Это что, леопард? Что у меня здесь маркер? Насколько я помню, вроде заканчивался. Да, заканчивался маркер. Ну, в общем, нормальная зверюга, только вот действительно все дело испортил фон. Поэтому чаще всего фон я или не делаю, или делаю этим сухой пастелью, например, что-нибудь такое. Этого же формата у меня раскраска «Цветовой квест. Мир животных». Эта раскраска появилась как раз в этом месяце. Я ее начала вот с этой иллюстрации. Раскрашивала тоже маркерами, потому что раскраска односторонняя. Вот. А потом я взяла ее с собой в Питер на дачу. Вот это я раскрашивала в поезде на обратном пути. Ну, как раскрашивала? Соединяла по точкам. А здесь вот это я непосредственно в Питере
сделала. Это соединила. Тут прикольно, что есть фон. Это начала на даче, закончила дома. Вроде бы. Это в поезде. В поезде я все, что по точкам, я все соединила. Я вообще не фанатка этого, но вот это на даче раскрасила. Ну, что-то меня просто потянуло посоединять точки. Так. Вот еще вот это тоже соединила. Не помню, есть здесь что еще или нет. Все. Короче говоря, развлеклась в отпуске, так сказать, от души. «Звездные войны». Вообще, я же здесь раскрашиваю карандашами, потом натираю блендером, ну и все такое. Но что-то в этот раз мне прям вообще не зашло, потому что обычно я за несколько дней, а то и за день все это раскрашиваю, а тут дотянула до самого конца, и мне вообще как-то, ну, не шло. Я уже расстроилась. Потом, ну, когда блендером стала растирать иллюстрацию, вроде бы лучше, натерла салфеткой до блеска, и вроде уже более-менее нормально. Но у меня это все равно иллюстрация, она достаточно сильно отличается от вот этой картинки, от примера. Но в целом, как бы, неплохо, просто вот отличается, так как вот эти серые цвета, честно, мне уже было невыносимо все это подбирать. Просто у меня были уже подобраны карандаши, а когда делаешь большой перерыв, они все перемешались, ну и в общем. Вот. А так я вот, видите, как просто до глянца натерла, и мне, в общем-то, этот эффект очень нравится. Так что здесь я продолжу раскрашивать исключительно карандашами. Ну, просто фломастерами вообще будет эту палитру очень-очень сложно подобрать. В этом месяце я еще начинала тропики. Она у меня появилась в июне 2020 года, и только в июле 2021 я ее начала. Раскраска хорошая, просто, ну, как-то думала, как к ней вообще подобраться. Ну, потому что, например, фломастерами меня не тянет раскрашивать там, допустим. Так далее. В общем, вот эта иллюстрация, она мне понравилась. В целом, даже как получилось, понравилось. Вот здесь, вот здесь, 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 вот листочки. Это все карандаши. Вот. Карандаши здесь разные. И лиры, и полихромосы, и призмы, и, по-моему, дервенты. А на фоне детская гуашь-луч 32 цвета, которая... Вот зеленый, да что ж с фокусом, зеленый и такой, ну, по типу охры что-то в этом роде, соединила, и мне понравилось. Ну, потому что обычно вот эти красавчики, они же все равно как-то сливаются с природой, ну, и тут вот зелень, ну, я решила, что будет вот очень даже уместно вот так сделать. Единственное, что рамочку я не выделила, то есть я ее сделала как единое целое, но сейчас я думаю, что, может быть, возьму какой-нибудь маркер, например. У меня есть подходящий маркер, который не протекает, вот металлик, что-то в этом роде. Может быть, я посмотрю, может быть, я сделаю рамочку. В целом мне понравилось. Вообще вот эти раскраски Феникс, у них вроде как и бумага обычная, но довольно-таки неплохая. Фантастические существа. Да, детская раскраска, но я очень-очень люблю, мне нравится. Сейчас я только возьму блокнот и посмотрю, что я там раскрасила, потому что в плане она у меня не стояла. И так, фантастические существа у меня страница 9. Вот. Просто не помню уже. Вот эта вот иллюстрация была раскрашена. И здесь, как правило, я использую брашпен и мазари. Они много где протекают, но здесь почти хорошо себя ведут.
Еще была вот такая раскраска по номерам сказки. Я из одной сделала две, чтобы она была из двусторонней, превратилась, да, как бы в одностороннюю. И можно было раскрашивать маркерами. Здесь у меня... А что у меня здесь? Вот самая первая страничка. Я ее просто еще не сшивала, только соединила. Вот так получилось. Это, соответственно, уже не будет раскрашено, вот так будет склеено, а это страничка под раскрашивание. Вот. «Волшебный мир Средиземья» здесь вообще очень интересно получилось обычно. Но я же все, что у меня стоит и в плане, и не в плане, я всегда показываю каждый день в хобби-влогах и начинаю раскрашивать на камеру. А тут у меня вообще как-то... В общем, так получилось. Вчера, значит, ну, я там доделывала всякие недоделки. И думала, что здесь я тоже, как всегда, начала что-то делать. Открываю. И я знаю, что вот это у меня полностью раскрашено, но у меня не записано в блокнот. Я начинаю сверяться, понимаю, что, оказывается, я в этом месяце еще и не приступала. Но в итоге села за вечер, вот эту иллюстрацию раскрасила. Здесь мы тоже красим вместе с Оксаной. Красим мы по порядку. Вот, в прошлом месяце это, в этом это. Ну, здесь я использую разные материалы и... детскую акварель, и вот это «Белые ночи», жемчужная серая, еще какая-то серая здесь, и «Мэджик» из музея Ван Гога, вот этот «Кахенур», и «Призмы», и «Ашановские», и здесь у меня «Металлики Берлинга», и всякие вот «Дервенты», короче, всего по чуть-чуть. А, еще вот здесь вот «Виста артиста» немножко, и тоже «Мэджик». Многообразие. И я покупала еще в июле на пробу дервент угольный. Как раз, знаете, чтобы вот эти всякие прожилочки делать, я думала не только здесь, но и здесь им воспользоваться. И вот здесь вот у меня дервент дроинг. И каково мое было удивление, что угольный карандаш, вообще дервент, не рисует по дервент дроинг. Вообще отказывается. Я вот даже сейчас... возьму этот карандаш, он у меня вроде как, надеюсь, недалеко. Вот, нашла. Значит, вот здесь я красила вот этим Дервент Drawing Smoky Blue 3810. Мне он очень как бы нравится, классный карандаш. Ну и, соответственно, я взяла вот этот вот угольный Mountain Blue 11 номер. Ну, карандаш вообще-то такой, ну, как бы он на коже, нет, ну, на коже все равно так, пусть и не сильно, но какие-то следы-то оставляет, как бы на бумаге, так и вообще, вот, пожалуйста, хорошо раскрашивает, и его еще и растереть можно, ну, вы понимаете, да? Я, значит, спокойненько так... Хотела вот здесь провести, смотрю, да что за ерунда. В общем, вы видите, как бы я что ни делала, он просто не пишет, не рисует вообще. Удивительно. А вот здесь по акварели очень даже неплохо. Нет, ну я, конечно, понимаю, что здесь более гладкая акварель, шероховатая такая, но всяко. В общем, я вот здесь вот использовала, вот так вот проводила, потом растирала, вот, где-то больше, где-то меньше. Но вот сейчас у меня уже как-то желание пропало покупать именно вот... Ну, вот инктенсы я вообще не хочу, а так дервенты мне очень нравятся. Но вот этот угольный, я не знаю, может быть, я все-таки еще один в коллекцию куплю, какой-нибудь такой синевой. Вот, но тем не менее. Не, ну, на самом деле, если на акварели они раскрашивают, то имеет место быть, но явно не все. Достала следующую стопку раскрасок и, значит, «Белоснежка». В «Белоснежке», не знаю, мне вроде бы даже, я смотрю, нравится эта раскраска, но
Не знаю, в общем. Ладно. Выбрала я для себя вот эту иллюстрацию, раскрасила почти все здесь полностью акварелью. А вот здесь вот у меня была гуашь. Ну так, для того, чтобы немножко живости придать. А так раскрашивала максимально просто. Вот здесь вот как бы продолжение дерева, поэтому я его раскрасила. А это уже потом, может быть, когда будет настроение. Вот, потому что я так смотрю, хорошие здесь иллюстрации, но не знаю, как-то так. Великолепная книга раскраска, здесь мы с Оксаной вместе раскрашиваем. И в этом месяце у меня была вот эта вот иллюстрация. Ну, здесь брашпены мазали, потому что, несмотря на довольно тонкую бумагу, они здесь не протекают. И на фоне сухая пастель Мунга. Вот так вот получилось. Хорошая, в принципе, раскраска. Птички певчие. Я люблю эту раскраску, потому что она, ну, такая. Здесь бумага не белая, она шероховатая, и здесь отлично ложатся карандаши. Ну, здесь я использовала какие-то карандаши, я честно уже не помню какие. По контуру гелевая ручка серебряная, тоже не знаю, или фикс прайс, или краун. На фоне сухая пастель. Ну так, простенько. Но, короче, хорошая раскраска. Дальше у меня идут раскраски по номерам от Клевера. Пейзажи. Я вообще еще раз хочу Марину и Юлю поблагодарить, канал Маринины раскраски, потому что благодаря девчонкам мне удалось их приобрести. Очень хотелось, давно мечтала. Ну и, как известно, их сейчас очень-очень сложно найти. Вообще жаль, могли бы еще новеньких каких-нибудь издать. Так, сейчас посмотрю. В общем, как что-то мы с Оксаной красим, что-то я одна. В общем, получается, что я раскрашивала вот эту иллюстрацию. Ну-ка, пейзажи, да, страница 2 у меня. Да. Она самая. Ну, прикольно. Здесь вот как раз мне нравится раскрашивать фломастерами. Хотя в теории здесь односторонние иллюстрации. Можно было бы маркерами красить, захватывая там вот эти все одинаковые области. И не было бы полосок никаких. Но меня как раз-таки прикалывает здесь каждый элемент обводить, чтобы был контур. Мне вот нравится в данном случае. Следующие это животные. Здесь у меня страница 18. Сейчас я ее найду. Закладок у меня тут так и нет. Надо будет озадачиться этим вопросом. Вот такая иллюстрация. Ну, она довольно яркая. Ну, в общем-то, как предложено нам здесь палитра. Я не помню, какие фломастеры здесь. В основном стараюсь брать те, что везде протекают. Как-то так. Ну, довольно ярко, прикольно. Ну и, конечно же, из этой серии «Волшебные миры». Так, и «Волшебные миры» у меня страница 2. Вот это вот. Ну, в общем, тоже как получилось, так и получилось, но меня устраивает. Я самое главное, что я получала, знаете, удовольствие от процесса. Достала еще стопочку раскрасок. И вот первое, что здесь лежит, это Санкт-Петербург, раскрас «Белые ночи». Я раскрашивала вот эту иллюстрацию. Эту когда-то очень давно раскрасила.
Ну и вот в этот раз у меня такая. Я, честно говоря, вот это сразу раскрасила, а насчет воды долго думала, потому что как-то сейчас я для себя вопрос, как раскрашивать воду, более-менее решила. А раньше я, ну как бы и не было столько творческих материалов там, и опыта вообще никакого не было. То есть то, что я вот здесь раскрасила, мне прям очень нравилось, а вода очень у меня тут совсем плохо получилась. Вот, и я думала, как бы, то ли мне вот здесь точно так же раскрашивать, то ли мне здесь все переделывать. Но в итоге, знаете, я решила для себя так, что я раскрасила здесь воду так, как я это уже делаю сейчас. Пусть, ну, опять же, на моем таком любительском, практически нулевом уровне. Но вот, как я это делаю сейчас. А эту я решила пока оставить так, потому что даже если типа это и предполагается разворот, но, во-первых, здесь вот такой резкий, да, как бы обрыв, а во-вторых, как бы если здесь так все блестит и сверкает, то и здесь вот алые паруса и все дела, то и вода может выглядеть абсолютно по-разному. Вот, поэтому пока я оставила так, а потом будет настроение, я всегда смогу это переделать. Но пока пусть будет именно таким образом. Вот. Хрупкий мир. Вот с хрупким миром тоже получилось так же, как и со Средиземьем. То есть я вчера, ну, стала смотреть, что у меня отмечено, что сделано, что нужно доделать. И я понимаю, что хрупкий мир, как, по сути, одно из самых интересных, и я, в общем-то, и не показывала, и не начинала. Ну, в общем, выбрала, я уже не стала снимать очередной хобби-влог, я выбрала себе вот эту иллюстрацию и просто ее сделала под просмотр какого-то видосика расслабляющего. Здесь у меня Magic Кахенур, я им всегда деревья раскрашиваю. Здесь у меня Манделузы, и здесь, вот везде, и фон тоже. Вот, Манделузы. Но мне нравится Кербер Азанаса раскрашивать именно Манделузами. Как-то так повелось. Нет, что-то я, может быть, еще... Да, эти черные карандаш кахенуровский потом брала. Джоконда Silky Black. Первый номер. Я тут вот немножечко где-то что-то дорабатывала. Ну, вот такая вот иллюстрация получилась. С обратной стороны, ну, немножко там просвечивает, но не критично. И я почему-то, опять же, в раскрасках Кербер Азанаса никогда за это не переживаю. Ну, наверное, потому что здесь простор для творчества, и всегда это можно как-то перекрыть или обыграть. Златовласка. Наконец-то в том месяце я ее начала, ну и в июле тоже решила здесь пораскрашивать. Ну и насколько я помню, я сделала вот эту иллюстрацию. Тут у меня, наверное, Magic был. Здесь, скорее всего, либо Magic, либо, может быть, полихромосы. Не знаю. Короче, к чему тянулась рука. Но, скорее всего, да, Magic и полихромосы. И, наверное, здесь сухая пастель. Возможно, Мунга. Ну вот, такая иллюстрация. Далее Мария Тролли в час заката. И нет, и не это. Сейчас, минутку. Вот эта иллюстрация, я уже даже перепугалась. Вот. Ну, здесь у меня использованы дервенты, наверное, колорсофты. Вот, лавандовый, серый, ну и вот там зелененькие. Но я уже не буду эту бумажку убирать. И здесь, может быть, дроуинги, скорее всего, потому что они у меня как раз появились, и мне было их интересно попробовать. Так, дальше. Расцветный час Ханны Карлсон. Ну, я надеюсь, здесь-то закладка уже правильно лежит. Да. Это вот как раз-таки характеризует, как прошел месяц. Ну, закладка лежит вот здесь вот. Сейчас я
Сверюсь. Да, совершенно точно открыла. Здесь я тоже, как бы это предполагается, разворот. Я не стала делать разворот. Я вообще не была расположена и к этому, и в принципе я решила, что в летние месяцы у меня будет такой отдых от разворотов, только в самом крайнем случае я что-то буду такое раскрашивать, ну, потому что все должно приносить удовольствие. Поэтому, да, вот этот листочек я раскрасила, как бы, а это уже будет в следующий раз. Но, правда, Ханну Карлсон я, как правило, чередую со второй раскраской, хотя у меня их три, но вот карнавал я пока не хочу раскрашивать. Вот, поэтому, в общем, может быть, через месяц, может быть, в сентябре я приступлю, не знаю. Вот так вот получилось. Тут и сухая пастель, и акрил есть. В общем, много всего. И очередная стопочка раскрасок. Значит, начну с Риты Берман под лупой. Мне ее дарила Оксана. Огромное тебе спасибо. Замечательная раскраска. Ну и в этом месяце... В этом месяце я раскрасила вот такой вот веночек. Здесь у меня и белые ночи, акварельные и не акварельные. Здесь вот полихромосы, и дервенты есть, и призмы есть, и, наверное, ашановские карандаши. Ну, всего понемножку. Вот это тоже, скорее всего, белые ночи не акварельные. Ну вот, лавандовым дервентом мне вот понравилось вот здесь вот добавлять такие тени. Фон я делать не стала, потому что, ну, я считаю, что, ну, как-то я его здесь не вижу. Хотя, если когда-нибудь увижу здесь фон, то сделаю. В общем, отличная раскраска, очень такая добрая. И бумага хорошая. «Миллион медведей». Ну, тут, честно говоря, я вообще эти раскраски не очень-то люблю. Но иногда мне нравится здесь раскрашивать акварелью. Так, это не то. Сейчас. Вот этот разворот я сделала. Я его сделала не за один раз. В общем-то, я его, можно сказать, позавчера доделывала. Да. Детская акварель. Здесь везде именно акварель, только вот тут вот Magic is Fix Price. А, ну, перламутровая акварель луч, ну, в общем, как-то так. А, ну вот у меня здесь вот были акварельные карандаши, я их как бы так размывала с контура. Ну, в общем, особо тут говорить не о чем. Баловство. Прекрасные цветы, я обожаю эту раскраску. И в этом месяце у меня была раскрашена вот эта иллюстрация. Мне нравится, как получилось. На фоне сухая пастель Мунга. Ну, здесь Magic, а здесь, ну, наверное, полихромос и еще какие-то карандаши. Я что-то, честно говоря, сейчас у меня здесь коробка, вы знаете, лежит с карандашами, которые я часто использую. Поэтому у меня так, как к чему рука потянулась, тем я и пользуюсь. То есть для меня не принципиально. Вот. Так что мне понравился результат. Медитативная сатварель, я что-то ее очень давно не задействовала, ну и в этом месяце решила, почему бы, собственно, не раскрасить. Так, ну и закладка у меня лежит вот здесь вот. Так, сейчас посмотрю. Да, именно эта страничка. Вот в том году я ее и в Питер с собой в отпуск брала. Ну, как-то вот сейчас так. Хотя она мне по-прежнему нравится, но и раскрасок стало все больше и больше. Дальше у меня идут волшебные узоры. Я очень когда-то хотела эту раскраску, она мне как бы нравится, но тоже раскрашиваю редко. И в этом месяце у меня была вот такая
иллюстрация раскрашена, я по контуру добавляла акварельные карандаши, потом сначала начала их размывать, а потом стала пульверизатором брызгать. В итоге на фото, наверное, не видно, что на фоне тоже вот этот как бы пигмент имеется, он размылся, но он такой очень-очень нежный, и здесь все вот по контуру немножко так размылось. Так, почему-то у меня вообще не та раскраска здесь лежит. В общем, геоморфозы. В геоморфозах мы с Оксаной вместе раскрашиваем, и у нас по плану была вот такой простенький разворотик. Вот, пожалуй, такие развороты летом я еще приемлю. Акварель лучи гамма перламутровая. Я хотела сначала по контуру белую ручку, но в итоге не стала. И по моему годовому челленджу далее Сонг «Сад времени». Здесь у меня сейчас минутку, что у меня здесь. В этом месяце я осилила только одну страничку. Это, конечно, плохо, мало, но хоть что-то. Детская акварель, мэджики, Ашан, 50 цветов, Берлинга металлик. В общем, как-то так. Ну, а теперь я достала стопку раскрасок формата А5 и покет раскраски. Начнем с раскраски по номерам. Ее я брала с собой в Питер, раскрашивала в поезде и на даче. Я это тоже считаю за раскрашенные работы. Да, здесь я всегда раскрашиваю фломастерами марки каждый день в основном, потому что они, ну, как правило, не протекают. Вот. Я показываю их не в каком-то отдельном блоке, а сразу. Я считаю, что это раскраски, которые тоже достойны внимания. Вот это у меня иллюстрация была еще раскрашена. И вот это вот. И на любую раскраску тратится время. Ты вкладываешь туда всякие свои эмоции, в общем. Цветы. Очень мне нравится она. Это классная раскраска. Я даже забыла, что я здесь красила. Сейчас я сверюсь. Наверное, вот это. Да, вот это. Здесь у меня, наверное, мэджики. И фон масляная пастель Мунга. Ну, так, по ощущениям. Следующий идет загадочный лес. Да, я совершенно правильно открыла, раскрашивала я вот эти лисички. Но здесь у меня детская акварель, и вот здесь вот акварельный карандаш Дервент, который графитовый. Вот. Ну, вроде бы как, насколько я помню, но я не знаю, размывала я его или не размывала, я уже не помню. Кажется, размывала. Следующее – это лисы и совы. Тут у меня раскрашена лисичка, наконец-то. Вот, а то я все совы да совы. Так. Здесь на фоне сухая пастель, а тут еще акварель. Далее раскраска Хьюги, ну, в общем-то, куда без нее. И здесь у меня вот такая иллюстрация. Тоже ее натирала до блеска. Использовала, конечно, красный цвет, хотя я его не очень люблю, но решила, что нужно использовать те сочетания, которые используются у меня редко. Следующее – это удивительные цветы. Обожаю эту раскраску, она просто прекрасна. И сейчас я еще раз сверюсь, но, по-моему, я вот этот вот кактус красила. Вот.
Ну, фон, как всегда, сухая пастель. Здесь гелевая ручка или фикс-прайс, или краун. А тут лиры Рембрандт акварельные без размытия. Ну, а здесь, может, Манделуза, может... А, нет, не Манделуза, а, наверное, эти полихромосы, скорее всего. Котики, мурмур-терапия. Здесь я раскрасила очень простенькую иллюстрацию полихромосами. Вот эти вот лапки. Следующая раскраска у меня чай и кофе. И здесь я раскрашивала эти чайнички. Ну, здесь тоже сухая пастель. А тут вот мэджики из фикс прайс. Здесь эти полихромосы. Ну, в общем-то, просто лежали рядом. Зачарованный сад. Ее мне подарила, ну, Марина и Юля подарили. Огромное спасибо. Раскраска очень-очень классная. И здесь... Сейчас, минутку. А здесь я раскрасила самую первую иллюстрацию. Раскрасила ее карандашами. Ну и натерла до блеска. Также удивительные животные. Здесь я раскрасила одну иллюстрацию по плану и потом взяла в Питер в надежде, что, может быть, я ее тоже там задействую, еще что-то раскрашу. Но не получилось. До нее как раз-таки не дошли руки. Но это и понятно, просто потому что уж там раскрашено, я старалась другие использовать раскраски. Здесь фламинго раскрашивала детской акварелью. Вот так получилось. Достаточно ярко и простенько. В тот же момент получила удовольствие от процесса. Следующее я люблю раскрашивать. Фламинго мне ее подарила Виолетта. Привет тебе и огромное спасибо. И вот в Питере на даче детской акварелью лучше, еще какой-то перламутровый. Я сделала вот эту вот иллюстрацию. Так, ну и подарок от Марины и Юли. Я люблю раскрашивать морских единорогов. И в этом месяце... В этом месяце была раскрашена вот эта вот иллюстрация вместе с Мариной и с Оксаной. Я вообще считаю, что все раскраски должны вообще доставлять удовольствие, и я не стесняюсь, если в какой-то месяц у меня будут только отдыхалочки. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам настроения, вдохновения, здоровья, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.